Так, всем привет. Ну вот мы приехали, наконец-то добрались до нашего места. Главное, что лунок нету еще. Да. Состоится наш первый лед сегодня. Да, наконец-то. Поехали на одно место, там оказалось все занято. Вернулись вот на наше предыдущее место. Так. Вот, рубалку, вот, так вещей, вот, вот так вот мы загружены. Вот, полностью все. Приехали на две ночи. Дима, там вон Олег ходит вдалеке. Так, ну все, сейчас будем распаковываться. И будем рыбачить. Ну, по-моему, первая поклевка. Дима где-то ушла. Так, работа. Что здесь у нас будет? Сейчас посмотрим. В предвкушении. Там говорит. Жует. Жует, о. Жует. Так, ну что? Пусть пожует. Ну. Там же двойничок. Размочиться. А запись-то идет. А? Запись-то идет. Я тебя не тороплю, ничего страшного. Нам надо, чтобы было. Если двойник, что, жди. Видел? Ага. Все, пошла. Пошла? Вот. А, какая-то мелкая. Ну, какая разница, открытие должно быть. О! Размочились. Ну, какое б не было. Ну, парасоте, блин. Это она только что клюнула. Это первая щука. В кишках у нее крючок, прикинь. Я думал ее отпустить. Ну все, значит, суждено. Ну все, Дима, с почином тебя, с открытием. Первая щука, 23-24 сезон. Твердая, как твердая вода, да, называется. Первая. А та что, не считается? А, та не считается. А, только не на камере было, да? Вот такие условия проживания. Одна раскладушка, вот я на второй сижу. Третья температура на улице минус 10, здесь 12,5. Время 19:57. Пойдем проверять, жерлицы проверим. Может, что-нибудь, чай попили. На столе бардак. Может, что-нибудь поймаем. Вон там наш этот, как его называют, обогреватель. Что-то зум перестал работать. Все, пойдем проверять.